Всем привет! Сегодня у нас понедельник, 8 февраля. Это значит, что сегодня очередное взвешивание и аэробика. Уже влоги почти не снимаю, потому что мы вообще ничего не делаем. Не знаю, каждый день одно и то же. У нас день сурка. Кушать готовим, уроки делаем, дистанционку, печку топим. И все одно и то же вот так по кругу. Ничего интересного, поэтому только зарядку, отчеты пока снимаю. Может, когда будет что-то интересное, тогда сниму влог. А пока терпите меня. Так, 88-100 получается. Тут раз было 89-05. Прогресс есть. Моя очередь. Так, на следующем снимке вы видите, какой у меня был изначальный вес, был 98,6. В данный момент вес 88,1. Удалось уже скинуть 10 килограмм 500 грамм, осталось 17 килограмм 700 грамм до желаемого веса. Тут можно увидеть, как менялся мой вес, все замеры, которые я записывала, начиная с ноября. Ну, тут пошла зарядочка, это уже не первый раз, когда она пошла. Получается, я тут уже 150 раз представляла эту камеру, и все никак я не могу настроиться, чтобы у меня и голова, и ноги попадали в кадр. Когда я делаю сама зарядку, таких, конечно, проблем нет. А когда я пытаюсь что-то снять, то хочется как бы целиком быть в кадре, а не прыгать без головы там, или без ног. Поэтому вот представляю тут так, всяк, отвлекаюсь на камеру. Все движения в основном одни и те же, но иногда там как резко поменяют они движения, что которые до этого не делались, то вот тогда вот серьезные проблемы возникают. Малую чуть не сбила. Ну вот, бегают они туда-сюда. Они вообще в этот раз мне не давали эту зарядку делать, потому что там дальше она придет, покажет мне, что надо памперс срочно ей менять. То потом на телефон буду отвлекаться. То есть в этот раз нормально не получилось даже записать эту зарядку. На кадре видно, что тяжело еще ноги поднимать, они еще тяжелые. Ну вот, стараюсь, делаю. Тут должны быть как бы махи так в стороны. И руки, и ноги, надо, чтобы все работало одновременно. Не очень-то получается. Thank you.
Тут мне тут не нравилось. Вот как эта камера стоит, уронила и резу. Ну вот. Ну, говорю, что никак не могу настроиться, чтобы у меня и руки, и ноги, и голова, и все было в кадре. Чего-то все время не видать. Ну да ладно, значит. Как-то настроилась, вот все. Делаю. Пелагея тут показала, что ей срочно нужны карандаши, чтобы она не раскричалась, не расплакалась. Дала ей карандаши и дальше давай прыгать. Но все ж таки уже шустрее получается движение. Вот на камеру даже смотрю. Более шустро уже, видимо, полегче прыгать. Поэтому движение активнее получается.
тут потерялась я, то она... Тут надо было то в одну сторону, например, два шага, потом постоять на месте и делать шаги, потом в другую сторону шаги. И то есть я еще там до одной стороны дошла, а она уже в другую идет. И тут я не успеваю за ними, поэтому я как-то странно тут выгляжу, конечно, на видео. Ну, в общем, я просто не успевала делать движение за ней. И не понимала, сколько шагов она делает вправо, сколько шагов она делает влево и сколько шагов она делает на месте. Поэтому запуталась в шагах. Главная, основная моя задача, конечно, убрать живот. И если я вот буду находиться в футболке, там, в рубашке, то живота не будет видно, и я буду выглядеть достаточно стройно, когда не будет видно мои главные проблемы. Поэтому на видео вот так с открытым животом, чтобы было видно, худею, не худею, чтобы для самой себя было видно, вот, свои проблемные места, свои недостатки. Ну, что могу сказать, что мне можно уже менять лосины, потому что они уже большие, я тут их закрутила. Ну, в общем-то, они как-то уже болтаются на мне. Нужно другие какие-то штанцы себе для занятий взять. Вот. Ну, а с животом, конечно, не знаю, потому что как бы он у меня никогда не был плоским, но он у меня, конечно, не так не висел, как сейчас. После трех родов кожа живота очень пострадала, можно сказать так. Ну, то есть он у меня не был там кубик эспрессо, но он у меня, конечно, и не висел вот так вот, как тряпочка. Вот как-то с ним надо бороться, но пока вот вес скидываю, в общем состояние тела привести в норму. Потом, может быть, отдельно какие-то тренировки для живота найду, если уж вот это не подтянет мое похудение, живот. Ну, посмотрим. Сейчас пока скидываем до 70 килограмм, там будет видно. Конечно, я на этом не остановлюсь в плане заряда, потому что как только я заброшу зарядки, то вес, мне кажется, пойдет обратно в гору, в плюс. Поэтому нужно постоянно теперь, видимо, вести такой образ жизни, чтобы потом не было мучительно больно. Короче, пошли сложные упражнения, и я мало сдохла на этих упражнениях, уже язык на плечо был, пока туда-сюда попрыгала, потом там еще будут мягкие всякие
В общем, тут я уже подустала и тяжко. Давали себе упражнения. Ну, как-то немножко, конечно, смешно выглядит, но главное результат.